Я знаю международный опыт. Наша избирательная система одна из самых совершенных. Она прозрачная, она честная. И нам нечего скрывать. Поэтому мы заинтересованы, чтобы в наблюдении за выборами президента в Российской Федерации принимали участие и зарубежные наблюдатели. Сейчас Совет Федерации, Государственная Дума, мы совместно готовим приглашение для принятия участия в мониторинге выборов президента России в различные международные парламентские организации и структуры. Мы готовим предложение нашим парламентам дружественных стран, а их, поверьте, очень много.